Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, а это Дарина. И я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня, продолжая серию видео о прямых эфирах в Instagram, я расскажу вам 10 секретных фишек, которые вам нужно использовать в ваших прямых эфирах. Итак, первое. Показывайте внутреннюю кухню бизнеса. Когда вы показываете и рассказываете, что же происходит за кулисами вашего бизнеса, то вы таким образом повышаете доверие и вызываете интерес у вашего потенциального клиента. Два. Ответы на вопросы в прямом эфире. Это подогревает лояльность подписчиков и аудитории. Поэтому всегда пусть ваши подписчики задают вам вопросы, а вы на них отвечаете. Итак, третье. Интервью с экспертами. Вы можете приглашать в прямой эфир любого эксперта в любой области, который касается вашего бизнеса. И тем самым вы прокачиваете и себя, и этого человека, и подогреваете, опять же, интерес аудитории. Четвертая фишка. Не делайте прямые эфиры длиннее, чем 30 минут, потому что если вы делаете очень длинные прямые эфиры, очень сложно удержать интерес пользователя, и вы можете терять своего потенциального клиента и партнера. 5. Обязательно анонсируйте ваши прямые эфиры. Как это можно сделать? Это можно делать в сторис, и также можно писать посты с приглашением на конкретное время на прямой эфир. Делайте это обязательно. 6. Это смена кадра. Чтобы, опять же, не терять внимание зрителя, меняйте фон, меняйте кадр, можете менять всякие смайлики, картинки во время прямого эфира. И людям это будет интересно. 7. Просите зрителей ставить лайки. Это прибавляет интерактивности и, опять же, вызывает больше интереса у зрителей. Такой себе ажиотаж. 8. Фишка – закрепление комментария с темой. Вы можете в переписке с людьми закрепить свой комментарий, сделать ссылочку куда угодно, на ваш сайт, например, или на вашу страничку какой-либо соцсети. То есть то, куда важно человеку потом перейти. И нажать кнопочку «Закрепить». И тогда среди всех комментариев ваш будет всегда закрепленный, и человек будет видеть, куда он попал, какова тематика и зачем ему смотреть этот прямой эфир. Следующий, 9 пункт, это называть имена. Людям очень приятно, когда вы называете их имена, отвечая на вопросы, или никнеймы. И это, опять же, сближает вас с вашей аудиторией. 10. Очень важная фишка, это ваша эмоциональность. Потому что если вы будете сидеть с кислой мордой, люди от вас будут уходить. И, конечно же, вам нужно передавать свою энергетику. Используйте различные масочки, которые предлагают вам в прямом эфире. И, поверьте, это тоже сыграет свою очень хорошую роль. Итак, с вами была Елена Коваленко. Используйте все то, о чем я вам рассказала. Используйте эти 10 фишек, и у вас не будет отбоя от потока клиентов и партнеров. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Конечно же, не пропустите следующий цикл очень крутых видео, о чем пока говорить не буду. И оставайтесь с нами. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока.